Ну а тем, кто вышел в Минске на расчистку снега, предлагают подкрепиться. Военные спасатели привезли в столичные дворы полевую кухню. После интенсивного труда все желающие могут согреться горячим чаем и кашей. Кстати, при необходимости она готовится на месте. Для этого у спасателей есть все необходимое. 200 человек можем накормить. Далее можем приготовить еще на 200 через буквально 2 часа. Расклеили объявления по всем подъездам. Все нуждающиеся приходят к нам, обеспечиваются скребками, лопатами. Выводим даже наших арендаторов. Большую помощь все люди, как никогда, вот оказывают сейчас вот при вот этой вот стихии. Большую помощь нам оказывает МЧС города. Большое спасибо. Оно обеспечивает нас горячим питанием. Только в Минске за последние два дня в расчистке снега участвовало около 1000 солдат. Военнослужащие внутренних войск трудились в разных местах столицы. Для них также было организовано горячее питание.